Добрый день. Типа со силиконовые в часы, типа, что детские Q50, и что я вам рассказывал, я купил куча для дочки на 7 лет, и хотелось бы впечатление вам рассказать, ну, куча что и как, и что дизайн, что в принципе сделанный из силикона от начала и до конца, но, к несчастью, опускать их нельзя, ну, типа, что в воду, тут есть специально, ну, куча датчик, типа, со снятия, типа, и одевания. Тут у нас кнопочки 1, 2, это захотели, ну, включили чих-папе, куча чих-маме, тут включение, тут, казалось, кнопка SOS, и подзарядка у нас идет такая. Так, типа, закрывается, куча, включаем часы, шипится в часы, сигнал сети, интернет подключение, тут аккумулятор, типа, число и дата, и шагометр, типа, сойдет. Что, в принципе, я покажу, как они работают, чтобы вы увидели, что... Типа захотели, типа, ну, к папе звоните, вот, например. Типа 3 секунды, типа, и включается со старта, куча звонок идет. Вот, чтобы вы видели, как оно здесь. Одну секунду, бррр. Есть. Типа, тут гудок идет. А почему у меня звонка нету? Ау, что, у меня сел аккумулятор, наверное. Ага. О, есть. Дочка звонит. Что пишется? Я себе захотел, типа, закинул трубку. И в принципе, и в ситуации, куча захотелось, куча для меня, и я себе взял, ну, типа, и перезвоню к ребенку своему. Спокойнее, чтобы было. Ну, что видите, ну, с телефоном она вкинула в карман, куча, ну, закончилась, куча, че выпал, куча, че разбила его. А тут, видите, куча, и звонок, и телефон пишется автоматом. Вот такое, если захотела ответить, и все. Эту кнопку не он, типа, со все. Алло, алло, алло. Вот так куча включается она. И в принципе куча, вот, оказались тут куча все полностью, ну, включается, и все установки, ну, с помощью, ну, типа, то, что смс-ок делаются, что, в принципе, я чуть-чуть, ну, что долбался, а во все, в принципе, относительно в комфортно куча оказалось, куча работает, и что все впирается в интернет. Что, в принципе, оказалось, ну, функция, куча, из-за которой я их куплял, это где мой ребенок. Что вы себя включаете, типа, программа специально, типа, там идет, типа, и показывает, ну, в принципе, ну, с точностью, куча, до, ну, типа, вот, если, ну, типа, вот, не в помещении, то, оказалось, с точностью где-то до 50 метров идет. Что, в принципе, это терпимо, знаете, а вы себя включаете, куча, и увидите. Оказалось, тут есть куча функция здоровья. Это сколько куча. Смотрите, сейчас увидите. Это включается. Ну, сколько, ну, типа, в течение дня там куча, ну, куча двигалась, ну, куча, сколько спалится, куча калорий, типа, и дистанция, и вот видите, тут идет. Так, так, так. Ну, километраж идет, типа, сколько двигалось. Идем дальше. Типа, отчеты. Это вы специально куча включаете и показывается, ну, типа, в кудой, ну, куча, и сколько, куча, двигался ребенок, ну, в течение дня у вас. Это включается, типа, геозона, что вы, в принципе, куча, если захотели, ну, куча, включаете, ну, в карте, там вот 1 километр, и только ребенок будет за ту территорию, автоматом, куча, типа, окажется сообщение у вас, ну, что ребенок, ну, типа, ты же скинул, ну, типа, ты, ну, типа, ты, типа, ты оказался, ну, типа, ты, ну, типа, ты пришел за ту территорию, ну, за компанию, типа, если захотели, вы ей можете высылать какие-то, типа, смс-ки или что, вот так, плюс-плюс-плюс, да, отсылаем ей, типа, сообщение, и кое-то, и что у нас будет, ждем. Ну, типа, пока, типа, не включается. Что, в принципе, оказалось, тут функция еще, типа, и часы есть. Включается. Датчик, типа, включение. Это не то я включил. А сообщение почему не включается? Профиль чуть-чуть не то. Ага. Типа, голосовые, типа, сообщения. Это нам не интересно. И если захотели, типа, пишите ей привет, например. И отсылайте. И смотрите все, да? Видите, привет пишется, типа, и со звуком идет. Автоматом, если захотели, то включается куча. И будильник тут в часах, а все делается куча с другого телефона, а не отсюда. Что это вот чуть-чуть, ну, типа, вот неудобно. И оказалось, тут куча есть интересная функция, типа, со подслушкой, по-моему. Это здесь включается. Нет, не то. А где голосовые сообщения?
Не сюда. Ну, в принципе, ребят, за такие деньги, что, в принципе, куча штучка куча, оказалась куча интересная, я бы всем бы советовал куча детям купить, что, я так думаю, вы куча довольны будет. Аккумулятора тут, что, в принципе, один день куча вот так. Ну, типа, если вы используете куча их конкретно, а если чуть-чуть, то, в принципе, ну, типа, в течение, ну, типа, в 2 дней будет вам комфортно куча хватать. Что, в принципе, все, что я хотел сказать, то я сказал. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь ко мне на канал. Всем спасибо.